уважаемые любители гармоники, с вами вновь Павел Уханов. Я являюсь профессиональным музыкантом, а также мой магазин «Тульские гармонии» от Павла Уханова, официальный представитель фабрики «Тульская гармонь». Я продолжаю рубрику экспресс-тестов наших замечательных гармоник, и у меня в руках модель Куликова поля 25 на 25, тональность Ре диез. Самая популярная тональность для гармонистов, для мужского голоса – Ре диез. Издалека эту гармонь можно перепутать с гармоникой заказной, потому что художественная роспись сделана под инкрустацию. Но это все-таки модель Куликова поля. Хотя резонаторы деревянные. Настройка мастером концертных инструментов, голоса ручной наклепки. Здесь не так много опций, но это плюс, значит гармошка не такая уж дорогая. Стандартная правомеханика, хотя она очень удачная, деревянная, конюшковая. Улучшенный лидерин, итальянские мельхиоровые уголочки. Здесь нет регулировки левого ремня, нет отдушника, на этом сэкономили, но экономия, как известно, должна быть экономной. Зато есть перламутровые красивые кнопочки справа и слева, и там перламутровые. Горка пластиковая, черная, в цвет корпуса, надпись металлизированными буквами «Гармония», но самое главное, конечно, это звучание. Соотношение голосов баритон 2 тенора, тональность Ре диез. Если уже хотите приобрести, звоните по телефону, который вы видите на экране, а если еще сомневаетесь, то послушайте известную песню на этой гармонике, и тогда точно определитесь. Понравился этот заливистый тембр и хотите приобрести данную гармошечку, звоните по телефону, который вы видите на экране. Не расстраивайтесь, если ее уже купят, сделаем вам точно такую же или даже лучше. Ну а если вам понравился формат экспресс видеотестов наших тульских гармоник, то пишите, комментируйте, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. И пишите, давайте вот большие, длинные полотна, видеообзоры, сравнения, гармонобатлы и так далее и тому подобное. С вами был Павел Уханов. Не забывайте подписываться на все наши социальные сети, а также на мои видеоканалы в Ютубе, в Рутубе, в Дзене, в ВК-видео и так далее. До свидания!